Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Pixelman Art. Если вы смотрите меня через YouTube, через Рутуб, точнее, а если вы смотрите меня через YouTube, то мой канал будет называться Pixelman просто. Вот, сегодня мы будем рисовать такой вот замечательный рисунок Blue с канала Pixelanger. Сегодня я его перерисую, так сказать. Но не будем затягивать и погнали. Так, в самом начале. Рисуем где-то вот отсюда. Так, вот здесь вот рисуем 9 клеточек посерединке. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, три, три. 9 клеточек. Потом 2 клеточки тут. Одну, тут вот одну по 2. И тут то же самое. 2 клеточки, еще раз 2 клеточки. Вот, если вы не успеваете за мной, то отмечайте клеточки и продолжайте рисовать. Вот. Потом вот тут вот рисуем от последней клеточки, рисуем тут 2 клеточки. И тут тоже 2 клетки рисуем. Вот пока что у меня получается. Потом. Тори, тори. Вот так вот. Вот тут вот рисуем. Вот да, вот тут вот. Раз, два, три. 6 клеточек. Раз, два, три. И тут то же самое. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, потом. 2 клетки. И одна, одна. И тут 3 клетки. Потом тут вот рисуем 3 клеточки. Тут 2 клеточки. Тут одну. Потом тут. Вот тут вот еще 5 клеток рисуем. И тут 3 клетки. И тут 2. Тут одну, тут одну. И тут тоже одну. Вот так вот. Вот так вот. Коронка у нас готова. Потом я немножко изменю рисунок, чтобы не было никаких вопросов. Коронку я сделал поменьше. Потом тут раз, два. 2 клетки. И еще 3 клетки по одной. Потом тут 2 клетки. Тут вот одну еще прибавим. Вот пока что у меня получается. Вот. Потом от этой клеточки. Вот самой конечной клеточки. Пропускаем 2 клетки. И рисуем 5 клеток вниз. Потом тут 5 клеток. И, короче, шарик из 5 клеток рисуем. 5 на 5. И вот тут вот тоже 5 клеток. И продолжаем рисовать этот шарик из 5 клеток. Тут 5. И тут 5. Вот. Теперь вот тут вот рисуем квадрат 3 на 3. А тут крестик. Вот такой вот простой крестик. Вот. Потом отсюда ступаем, перепрыгиваем на эту клеточку и ступаем одну клеточку вниз. Рисуем тут клетку. И тут то же самое. Вот тут вот рисуем одну клетку. И соединяем вот это вот все дело. Потом тут одну клетку. Тут две. Тут одну. Тут еще раз одну. Тут потом. Вот тут вот рисуем 4 клетки. И вот тут вот мы рисуем 5 клеток. Тут у нас будет слюна в нашем.
Потом заквадративаем это все. Заквадратили, теперь мы это все разукрашиваем черным цветом. Готово. Теперь для дальнейшего создания рисунка нам понадобится темно-синий цвет, желтый и голубой цвет. Погнали. Темно-синим разукрашиваем все лицо Блю. Разукрасили. Теперь желтым цветом разукрашиваем нашу коронку. И теперь голубым цветом разукрашиваем слюну Блю. И вот такой вот Блю у меня получился по клеточкам. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой YouTube канал Pixelman и на мой Рутуб канал Pixelman Art. Ладно, всем удачи и всем пока-пока.